Всем привет, дорогие друзья! Сегодня наткнулась на вот такой комментарий от девочки Котенек. Я была некоторое время в России, и не везде в РФ заботятся о своих гражданах. Есть такая нищета с России, что не позавидуешь. Ну смотри, во-первых, Россия огромная, величайшая страна, которая занимает, наверное, полкарты земного шара. Я у себя дома не могу навести порядок, реально. А вы хотите, чтобы один человек уследил и навел порядок на такой территории, где 12 часовых поясов? Первое. Второе. Я тоже некоторое время жила в России. И я лично нигде не видела, вообще нигде не видела такой грязи, которая есть в Европе. Нигде в России не валяются, не спят бомжи в коробках. Здесь, в Испании, они спят в банках. Заходишь в банкомат снять деньги, а там лежит вонючий, обоссанный, обрыганный бомж. И никто его не выгоняет, он там еще лежит, курит, чешет яйца. И все на это просто молча смотрят и выходят. Потому что что? Ну тут же толерантность, да? Спят в парках, в халабудах, в коробках, собирают всякий хлам, мусор, перегораживают дорогу, суд, срут там прям в парке, где собаки и дети гуляют. И их тоже никто не трогает. И полиция даже с ними ничего не делает. Представляешь? Ну вот такая демократия. В Америке. Вы же любите приводить в пример Америку. В центре Нью-Йорка, в центре Лос-Анджелеса живут в коробках бомжи, солевые, обдолбанные, которые срут и суд под себя. И это правда. Там такая вонь, там такой смрад, там такая нищета, потому что люди не могут заплатить по налогам, не могут себя прокормить и не могут заплатить за медицину, потому что медицина там платная. Вы хотите сказать, что в России плохо живется? Да в России прекрасно живется. Посмотрите на культурную столицу, на центр России. Чистота, все вылизано, просто светится, горит, подсвечивается. Приезжаешь в Европу, все обоссанное, обрыганное, грязное, разбитое, раздолбленное. Вот вам и разница. Вы у себя в Украине порядок сначала наведите, приведите в порядок свою страну, нищую, которая в долгах, как в шелках, поберушка с протянутой рукой, дайте, подайте. У вас там сколько уже триллионов, миллиардов долгов вы насобирали, а? Вы бы про нищету рты свои позакрывали и сопели бы в две дырки, прежде чем тыкать на соседа. Вы у себя в доме наведите порядок, это я вам от души советую. И поездите, пожалуйста, по всему миру, расширьте свой кругозор и посмотрите, как живут в других местах. А Россию нашу, пожалуйста, оставьте в покое. С каждым годом там все будет все лучше и лучше. Поверьте на слово.